Мне навигатор в мой день рождения запилил сингл. Но в смысле сингл я сам запилил, а они мне сделали так называемую цифровую витрину. Смотрите, что это такое. Это вот ссылка, где есть, понимаете, этот сингл во всех возможных вариантах. И вот тебе iTunes, и вот тебе Apple Music, и Яндекс Music, и Google Play. В общем, здесь есть все. В то же время я попросил у навигатора, говорю, давайте оставим в свободном доступе тоже эту песню. Они говорят, ну давай, хотя это странно, ну давай. И вы можете тут же увидеть, что да, есть, собственно, кавер, который я записал и видос запилил. И вот под этим видео... Да что мне кто звонит? Митрофанова звонит, поздравляю, с днем рождения. Так вот, вот есть вот такой вот видос у меня на YouTube. И под этим видосом, есть ссылка прямая на MP3. Бесплатно! Так что идем туда и аккуратненько кончаем. И аккуратненько вместо качаем, сказал кончаем. В принципе, я был во многом прав. Спасибо вам, друзья, за все. И что там надо? Да ничего не надо. Следующее видео будет с Татьяной Юрьевной Лазаревой. Понравится вам, уверен, на 100%. Пока-пока.